«Наши стихи в душе» под таким названием прошел в Лобне концерт рок-коллективов и авторов-исполнителей. Подробнее Лариса Панина. Задумывая собрать вместе рок-группы и авторов-исполнителей, для которых музыка уже давно стала второй профессией, организаторы творческой встречи «Наши стихи в душе» строят по-настоящему амбициозные планы. В будущем вообще мы хотим, чтобы это было вообще какое-то там движение, может быть, фестиваль, может быть, сет каких-то фестивалей. Символично, что первая встреча состоялась в кафе СССР. Как подчеркнул один из ее участников, мы все родом из Советского Союза. И песни, и стихи, которые звучали в этот вечер, были о главном – любви, дружбе, честных сердцах, открытых навстречу друг другу. В роли организатора выступил Петр Отрощенко. У каждого есть своя профессия, но, допустим, моя профессия – это вообще музыка и все, что с ней связано. То есть от нот до проводов, подключения. Мы через музыку вот как-то ощущаем мир, как мы его видим, чувствуем, понимаем. Если эти ощущения совпадают, то и авторская песня может зазвучать в стиле рок. Так и произошло в этот вечер с песней «СОС» Константина Дубинина. Ее исполнила группа «Парадигма». В творчестве Константина немало своих песен. Начав просто исполнителем, он вскоре понял, что темы, которые интересуют его, в репертуаре любимых бардов отсутствуют. И начал писать сам. Я понял, что есть пробелы, надо как-то их заполнять. Как заполнять? Придумывать самому. Ну, меня, например, очень интересует тема Чернобыльской аварии. У меня на эту тему там целый альбом в перспективе. Вот. А потом военные истории меня интересуют, малоосвещенные. Сами пишут и музыканты группы Foreign Real. О любви всегда надо писать. Есть и грустные о расставаниях, есть о проблемах в жизни. В общем, обобщенные, стандартные, самые популярные темы подбираем. Пишем в основном я и бас-гитарист наш Артем Большаков. То есть и слова, и музыку, аранжировки все. Предпочитаем альтернативу, хард-рок. Есть немного металкора, но он более простой такой. В общем, лирика есть, поп-панк, панк-рок, но в более упрощенных стилях, чтобы было доступно слушателям. Лобнинцы видели выступления группы на городских площадках празднования Дня молодежи и Дня города при проведении различных спортивных соревнований. Дмитрий – сын музыканта Александра Бакина, поэтому музыка его сопровождала с детства. Еще одна группа – «Голдакустика». Сегодня мы представим как свое творчество, так и творчество популярных, так сказать, исполнители. Мы играем разностороннюю музыку от рока до авторского жанра. Что сказать, ребята молодцы. Все молодцы в большей, в меньшей степени. Молодцы то, что они решили заниматься музыкой. И этим самым каким-то образом реализовывать себя, реализовывать свои эмоции, может быть, амбиции. Ну, хорошие амбиции имеется в виду. Познакомиться с творчеством музыкантов можно на страничке ВКонтакте «Наши стихи в душе». Музыка и поэзия всегда идут рядом, поэтому гостями вечера стали поэты. А Елена Федорова не только читала стихи, но и подарила каждой группе свою книгу. Как знать, может, на следующей встрече в стиле рок-музыки прозвучат и ее строки. Лариса Панина, Алексей Орлов, Денис Рокин. Телекомпания «Лобня».